Всем здорово! Ну вот, наконец-то на моем канале снова появляется топ-3 живых обоев. Потому что последние живые обои я делал практически год назад. Ну, некоторые мои подписчики просили заново начать снимать эти обзоры. Первый у нас обой называется Abstract Nature 2. В данных живых обоев вы будете разные абстракции наблюдать. Вот, они различного цвета. Есть и зеленые, есть красные, синие, многие другие абстракции. Мы с вами можем поставить качество графики. То есть в зависимости от вашего устройства. А помимо этого поменять кадров в секунду. То есть 30 кадров, 60 кадров, ну как вы хотите. И также вы можете поставить режим, в котором вы сможете переставлять различные вот эти абстракции. Их достаточно, кстати, много. Мне живые обои понравились. Прям красиво все трехмерно сделано. А мы идем дальше. Light Wave 3D. Это достаточно симпатичные обои, в которых вы сможете поменять различные параметры. Допустим, скорость, спектр, там, волну, высоту, длину, ширину, и тем самым поменять их в ту сторону, которая вам нужна. Обои достаточно симпатичные, трехмерные. Как вы видите, вы можете также свайпами менять угол камеры, в котором они расположены. Поэтому, если вам понравились эти обои, то обязательно скачайте. Ссылочку я оставлю под видео. А мы идем дальше. Stained Glass. Это, я думаю, самые лучшие обои из моего топа. Потому что очень красиво они нарисованы, как вы видите, трехмерные красивые окна. Какие настройки в данных обоях присутствуют? Ну, во-первых, мы можем поменять различные, чтобы у нас были окна. Можем выбрать так, чтобы или свайпами перемещались окна, или, допустим, наклоняя планшет гироскопом, у нас будет меняться угол, как вы видите, наших обоев. Помимо этого, мы можем поставить специальный спецэффект типа солнца, солнечного блика, который будет очень-очень красиво переливаться. А обои офигенно сделаны, и поэтому я считаю, что эти обои самые лучшие из тех, что тут имеются. Также тут можно поставить качество графики в зависимости от вашего устройства. Ну вот топ-3 живых обоев, которые для вас сегодня приготовил. Обязательно ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение, потому что обоев за год я не выпускал эту рубрику, накопилось очень много, и я найду для вас очень много достойных обоев, и вам наверняка они понравятся. А с вами был Android и Android, всем пока!